просыпайся, садик. Тебе даже мультик твой любимый включили. Просыпайся, садик. Залезла под подушку, сховала уши. И только ножками дрыгает. Просыпайся, садик. Просыпайся, садик, солнышко. Все, я выключила твой мультик. Ты куда ползешь? Ты куда ползешь? Да мама на ручке. Просыпайся уже. Не хочет вставать, Лялечка. Не хочет вставать. А в садик хочешь идти? Хочешь в садик идти? Ника. Ника. Посыпаться не хочется. Хочется спать-ки. Да. А в садик хочешь? Зонтиком идти в садик хочешь? Да, и в садик хочется. И спать-ки хочется. А просыпаться не хочется никак. И на ребеночек. А надо. Да? Да. Вот так вот мы просыпаемся каждое утро. Карина уже сидит. Не может вылезть из-под одеяла. Говорит, холодно. Вот, ну а я сейчас уже сходила в душ. Будусь поехала люлечек. Папа кашляет с утра, как всегда. Вот, пока выкашляется. Мамка сейчас поедет. Поеду. Будет ковыряться в носу и в глотке. Господи, так неприятно этот анализ на ковид. Да? Ой, вообще как-то неприятный. Скорее, что зима-то закончилась. Все, ладно, пошли собираться. Одеваться, садик, да? А чего ты вы тут настроили? Фасад утепляете, типа? Кого штукатурить? Стенки? Можно есть штукатурить стенки? Офигеть. Сколько пиломатериала пошло на леса. А еще поддоны, да? Ну, по чем ходить? Не по полочкам же пойдем. Настилы, не поддоны. Ну, настилы. Офигеть. Вот это да. И с той стороны тоже так будет? Или ты будешь переноситься? Такая же. Обалдеть. Давай я остановлюсь и застегнешь ремень. Застегну, застегивайся, я подожду. Машин нету здесь. В общем, весь день в разъездах. Дали анализ на ковид, заправилась, запчасти к бензопиле, к запчасти к циркулярной пиле. В общем, целая куча дел. На стройку съездила, мужиков покормила, в магазины съездила. Ну, постарайся, дочь. Фу, сейчас с Кариной едем в музыкальную школу. Ну, очень сильно ребенок хочет в музыкальную школу идти учиться играть на фортепиано. Поэтому, ну, у меня выбора другого нету. Ребенок хочет, значит, нужно пробовать. Вот, с Антошей мы пошли в музыкальную школу с 5 класса. Вот, учится он поускоренный у нас, по ускоренке, можно так сказать, хорошо получается, молодец. Вот, ну, а Карину мы решили чуточку пораньше. Что не получается, да, помогу. Вот, пришли мы в нашу музыкальную школу. А будем заходить и узнавать, что, куда, как и зачем, да? Да. Пойдем? Да. Ну, идем, попоем с тобой. Ты какую-нибудь саму лучше песенку? Любимые, нету никакой песенки, где? Нет. Маленькая елочка, знаешь, такую песенку? Я тебе спою, ты запоминай сначала, хорошо, а потом будешь петь. И громче, и громче. Смело, тут никого нету, мама и я, все. Маленькая Юлька, 3-4. Маленькая Юлька.
Итак, попробуй спеть, хорошо? Слушай, вспоминай. Еще точнее. Ля. Посильнее такой. Ля. Вот, все другое дело. Это слушай. Ну, поем. Ля. Смелее. Ля. Вот, молодец. Вот это слушаем. Как мышка. Еще тоньше сделай, как цыплятки пищат. Вот, видишь, какая молодец. Так, сейчас мы попробуем похлопать с тобой. Сначала я сыграю, а ты ладошками прохлопаешь. Попробуем, все у нас получится. И еще один хлопочек, да. Длинненький. Молодец. А так вот слушай, как я тебе...